Серебряным призером весовой категории до 57 килограммов становится Артем Габаев, Москва. Награждение проводит заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе Бузай Ибрагимов. Чемпионом весовой категории до 57 килограммов становится Замур Угуев, Республика Дагестан. Награждение проводит Багаудин Умахаров, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, обладатель Кубка мира. Благодарим Багаудина Умаханова за спонсорскую помощь в организации и проведении чемпионата. Также в весовой категории до 57 килограммов победителю дополнительный приз от торгового центра «Мерката». Лично от Мерзянина. Багаудина Умаханова получает приз также тренеру чемпиона. Артём, памятная фото. Все как всегда, дорогие друзья.